Приехали мы в парк Революции. Сейчас здесь погуляем, потом пойдем посмотрим, что там на театралке. Вот. Жарко, конечно, сегодня тут колесо. Сейчас посмотрим, стоит ли туда вообще идти, будет ли там детям интересно или нет. Оставайтесь с нами. Вот это фан-зона на театралке. Что-то не знаю. Не очень хочется туда идти. Ничего интересного там особо нет, особенно для детей, для маленьких. Футбол идет. Ну там большой экран стоит. А вон тут видно, да. Вон на Матч ТВ. 8:05. А там мини-футбол. Адидас, Кока-Кола. Новый способ полива деревьев. Диму, что ты стал? Скажи себя! Дюба, отшири, уйди! Там что-то другое. Нашли тут веревочный парк. Такой, но что-то тут никого нету. Ну, нет, вот. Что там? А ну иди сюда, Кирилл. Кирилл, иди сюда. Стой. Нет, и дальше отойди. Это. Руки длинные. Ого! Вот это да. Ой, а я тут маленький. Мама, Тина, Вика, я маленький. Мама, а тут я маленький. Непонятно. А тут меня трое. А у нас ребята. Ой, у тебя две головы такие. Земля. Что это за где-то гора? Это батки. Смотри, сколько роз красиво. Видишь, черепашки сидят? Видишь? Дети. Ну вот, на досточке сидят.
где утенок маленький. Он же раньше в другом месте был, да? Или это второй уже? Ой, да это птичка, как он тебя укусит? Это журавль делает. А я спать, сукать. Ну попробуй чуть-чуть. Красивый, да? А этот стоит, смотри. А почему? На одной ноге. А что он делает? Не знаю, удобно ему так. Спит, смотри. Спит? Одну ногу поднял, спит. А вот как фламинго. Сочается. Это блин. Ладно, их есть. Подожди, с той стороны видно, как. Она быстрее и быстрее идет. Говори. Самое чувство, знаешь, когда ты... А я сука. Когда ты чувствую, а я была. Да-да-да. Один сложил хвост, видно? Что? Один уже сложил хвост, да. А этот не хвост. Ну а зачем им очки нужны? Не знаю, смотри, смотри, как делают. А что это он делает? Это он танцует так. Все. Да все. Все. Пошли. Пошли.
сидим тут возле театралки, ждем нашего папу. Сейчас он придет, и мы зайдем туда, в фан-зону в эту. С ним как-то повеселее будет. Вот там уже футбол закончился, идет концерт какой-то. Сейчас пойдем смотреть. Печка, пошли по сходке. Смотри, какой-то домик. Иди, хочешь с печкой сфоткаться? Все получилось, бокал наполняется, вы все молодцы, прекрасного настроения, прекрасного вечера. И главное, любите друг друга, друзья. Спасибо. Почему указатель? А, вот, смотри, видишь, стрелочка. Если парочку, хотя, конечно, удар был в ногу. Заян, несмотря на то, что это самый быстрый игрок в составе сборной Ирана, он еще не поспел.